Всем огромный привет! Сегодня готовлю картошечку в духовке по рецепту еще из детства. Какая же все-таки она вкусная получается. Рекомендую готовить сразу побольше, чтобы хватило всем. Рецепт очень простой, что практически рассказывать нечего, но я все-таки решила поделиться с вами, вдруг он вам тоже придется по вкусу. Картофель очистим, нарежем на кружочки, толщина примерно 1,5-2 см, но не тоньше. Теперь ножом делаем насечки. Теперь картофель солим. Добавляем специи по вкусу. Я добавляю черный перец. Кладем на противень. Берем кусочек сала, можно свежее или соленое, какое есть. Разрезаем на тонкие пластинки. Кладем кусочки сала на картофель. Если сало свежее, нужно его подсолить. Ставим в разогретую духовку и запекаем при 200 градусах 30-40 минут до готовности картофеля. Ориентируйтесь по своей духовке. Подаю вот такой картофель с капустой или солеными огурцами. Вкусно так, что рука сама тянется за следующим кусочком. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!